Приют «Хвостик» в Ростове-на-Дону помогает выжить хорькам. От них отказались хозяева, не справившись с уходом за зверьками. Приют открыла неравнодушная ростовчанка. После того, как началась вспышка отказных животных, брошенных много, больных, ненужных хорьков, то с 2017 года пришла к выводу, что нужен все-таки приют. Некоторые питомцы нуждаются в помощи ветеринаров и получают ее. Потом им подбирают новых заботливых хозяев. От понимания особенностей зверьков зависит продолжительность их жизни. Поиск неравнодушных порой занимает полгода. Если уверен, что справишься с таким зверем, то напиши в группу приюта «Хвостик» ВКонтакте.